Далее в программе. Что делала звезда сериала «Династия» Джоан Коллинз на показе молодого авангардного дизайнера? Сейчас мы на шоу Кристофера Кейна. Он, пожалуй, самый модный дизайнер в Британии сегодня. Его вещи раскупаются моментально, о нем постоянно говорят, ему прочат очень успешную карьеру. Я впервые встретила Кристофера Кейна, когда он только учился в школе Святого Мартина. Мне так приятно видеть сейчас, насколько высоко его ценят. Вы видели, кто сегодня сидел у него в первом ряду? Сама Донателло Версаче. Донателло Версаче – муза и ментор дизайнера Кристофера Кейна. По ее просьбе он создает коллекцию молодежной линии Versace Versus, а она поддерживает все его инициативы. Ей особенно нравится дизайнерская наглость Кристофера Кейна. Донателло, почему для вас важно поддерживать молодых дизайнеров? Молодые дизайнеры – это топливо моды. Очень важно поддерживать их, потому что они позволяют нам взглянуть на вещи с другой стороны. Конфронтация – это всегда хорошо. Он постоянно удивляет нас. От этого атмосфера на шоу была даже немного напряженной. Никто не знал, что Кристофер покажет в этот раз. Буквально за день до начала лондонской недели моды в продажу поступила капсульная коллекция дизайнера Кристофера Кейна для концерна Top Shop. И тут город практически сошел с ума. Все модницы устремились в магазине, и я, конечно, тоже не выдержала и купила себе платье от Кристофера Кейна. Какое красивое платье у вас. Спасибо. Вы так удачно стилизовали мое платье. В топ-шоп только что поступила в продажу линия Кристофера Кейна. Вы довольны результатом вашего сотрудничества? Меня радует, что нашим покупателям нравятся идеи Кристофера Кейна. И мы, в свою очередь, будем поддерживать его бренд. Филипп Грин – владелец сети топ-шоп. Британский миллиардер и обладатель 9-го по величине состояния во всей Великобритании. Я считаю, это великолепно, что в Лондоне есть такие люди, как президент компании Topshop Филипп Грин. Он как может поддерживает молодых и творческих людей. Это очень важно. В наше нелегкое время можно мечтать, но все же нужно продолжать думать о бизнесе. Вот уж кого не ожидали мы встретить на показе Кристофера Кейна, так это звезду сериала «Династия» Джоан Коллинз. Актриса в свои 76 по-прежнему верна своему принципу – ни шага без макияжа и глубокого декольте. Джоан, почему вы решили посетить это шоу? Я готовлю новое телешоу и сейчас ищу костюмы для ведущих. И мне показалось, что все эти платья на подиуме были достаточно миленькими. Вы знакомы с Кристофером Кейном? Я никогда с ним не встречалась, но много про него слышала раньше. Ну и как, понравилась вам его коллекция? Да, но это вещи не для меня. Для других, да, но не для меня. Скажите, какая основная идея вашей новой коллекции? Я хотел, чтобы вещи выглядели свежими. Образ девушки, которую я держал в голове в первую очередь, это образ Лолиты. Желаю вам удачи. Спасибо. Вы прекрасно выглядите.